Добрый день. Игорь Денисов, Александр Киржаков переведены в молодежный состав «Зенита». Нападающий командирован работать под руководством Анатолия Давыдова с формулировкой «за некорректное поведение». Капитан сборной России, согласно официальной версии клуба, в ультимативной форме отказался выйти на поле в матче против «Крыльев Советов», требуя пересмотра личного контракта. Сегодня Денисов в интервью «Спортэкспрессу» рассказал, что в последнее время он пытался получить от руководства ответ об условиях нового соглашения. Мне стало бы все понятно, даже если бы просто получил ответ «нет». Но я слышал «да-да, твой вопрос решается, ответ получишь перед Малагой, потом перед Крыльями». Сказали бы сразу четко «подожди, к примеру, 2 недели». Но все время было завтра. Мне вообще никогда не пришло бы в голову играть спустя рукава и подводить партнеров. Если честно, даже представить себя вне «Зенита» не могу. Надеюсь, впрочем, что дело до перехода все-таки не дойдет. Подробности игры «Зенита» с «Крыльями Советов», а также другие новости из стана нашей команды в программе «Футбольная столица». Очередной выпуск смотрите сегодня на канале НТВ, начало в 23:35.